Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики выложили новый ивент. Я даже успел снять видео, утром выложить его. И ребята в комментариях начали писать по поводу того, что мной была допущена ошибка. Были комментарии довольно-таки жесткие, будем говорить откровенно. Но и я должен быть честен в первую очередь с вами и признавать свои ошибки. Да, действительно, ребят, был неправ, ошибся. Видео заблокировал, ну и, соответственно, сейчас выкладываю вот это видео уже с более точной информацией. Я свои, ребята, ошибки признаю и признавать буду. Ни один из комментариев удален не был. И ребята, которые писали комментарии в комментах, могут это подтвердить. Поэтому, ребят, если вы за честность, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я буду, безусловно, гораздо более внимательным. Итак, ребят, когда я утром открыл игру и зашел в нее, у меня поднялось настроение просто до безумия. По одной простой причине, потому что я был больше чем уверен, что для того, чтобы забрать все награды бесплатные, необходимо собрать 70 флажков. Посчитав, что это приблизительно 8 побед в день, я понял, что в принципе ивентик реализуемый мной, ну и многими другими игроками. И честно говоря, с просонья что-то как-то я не подумал над тем, что разработчики навряд ли могут прям совсем такую халяву нам предоставить, и не посмотрел на то, что для того, чтобы собрать все награды по бесплатной ветке, необходимо, ребят, 384 флажка. Они не являются накопительными, соответственно, каждый уровень необходимо заново набивать флажки. Таким образом, получается, что для того, чтобы пройти нижнюю только линейку, необходимо делать 21-22 победы в день. А это, ребят, реально очень-очень много, потому что если посчитать в количестве, сколько боев можно отыграть там за час или за 2 часа, то вы поймете, что для того, чтобы при 50%, допустим, вашей успешности боев пройти данный ивент и делать по 21 или 22 победы в день, необходимо в день играть приблизительно, ну, по моим подсчетам, где-то в районе 2-3 часов. Это реально дофига. Вот просто для того, чтобы забрать вот это вот, это действительно очень много. Прям совсем-совсем. Что же касается тех ребят, которые готовы задонатить, ребят, тоже не все так сладко, как оказалось. И так было не сильно сладко, и так было дорого. А так получается прям совсем немыслимо. Потому что для того, чтобы забрать, допустим, себе того же AMX, либо мистический сертификат, надо задонатить на 914 зайцев. 914. 914 зайцев, это так, чтобы вы понимали, необходимо будет задонатить сначала на 90 баксов, плюс 45, это только для того, чтобы забрать OMX. Я понимаю, что вы еще голду получите, и голды получите немало, но, ребят, все-таки 110 косарей голды, это, конечно, круто, но вывалить сразу такую сумму из кармана, я не знаю, реально, наверное, надо быть каким-нибудь сыном арабского шейха, для того, чтобы донить настолько жестко. Что же касается того, чтобы забрать себе второй этот фонарик, и таким образом взять себе ВЗ-шку, опять-таки, ребят, необходимо 1900. А для того, чтобы забрать 1900 золотых зайцев, необходимо задонить, блин, короче, считайте сами, просто дофига денег. Ну, просто реально немыслимая какая-то цифра, от которой у меня, честно говоря, не знаю, мозг заворачивается. Поэтому настроение упало практически на ноль. Тем ребятам, которые реально могут в день играть там по 2, по 3, по 4 часа, я, безусловно, желаю исключительно успехов, исключительно побед, забрать все бесплатные награды. Даже не знаю, честно говоря, буду ли я над этим потеть, потому что столько свободного времени иметь навряд ли может прям каждый рядовой танкист. На данный момент, ребят, у меня все. Еще раз приношу извинения за неточную информацию в первом видео. Надеюсь, я реабилитирован. Ну и подтвердите, пожалуйста, в комментариях, что я был честен с вами и не удалил ни одного коммента. Спасибо большое за благовременно. Подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры, если вы за честность блогера, за честность ютубера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик. Ну и как говорил в первом видео, ребят, в ближайшие несколько часов на канале появится обзор на один из танчиков, который можно получить, а именно на AMX. Ну и там мы уже с вами посмотрим, а стоит ли действительно донатить такие сумасшедшие деньги для того, чтобы забрать себе вот эту вот ПТ-шку. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.